команды уважаем друг друга, соблюдаем правила. Удары ногами и коленами в голову только со стойки, локтями только в корпус, за сетки не хватаемся, по углам приготовиться. Кстати, Роман, вот рефери сейчас сказал, что разрешены удары локтями в корпус, но я не видел активно, чтобы спортсмены использовали этот элемент. Да, действительно, не было такого, но, видимо, не пришлось как-то. Хотя, безусловно, это могло быть действенно, потому что удар локтем очень короткий, но очень короткий мощный рычаг, и за счет этого большая сила удара. Клинч. Довольно активное начало. Ахмед пока работает от соперника вторым номером. Бэкфист. Кстати, первый бэкфист за сегодняшний вечер. Ну, не первый. Нет, не первый. Далеко. Второй. Может быть, далеко второй бэкфист. Окей. Ну, вот сейчас попробовал Абдурахим пробить хайкик. Неплохо с двоечки Хатуха встречает. Немного остужая пыл оппонента. Вертушку-то закрутил. Такую, прямо скажем, корявенькую. Вот сейчас неплохо боец из клуба Ахмат попадает. Прижимает соперника к забору. И поднял. Будет ли бросок? Но есть. Классика вольной борьбы, Роман. Да, есть бросок. Но не туше, прямо скажем, да? Но близко. Близко, да. Ну, за туше здесь дополнительных баллов не дают, поэтому главное, чтобы бросок состоялся, есть контроль. А вот, кстати, у Абдурахима Дибирова была в предыдущем эпизоде, как мне показалось, неплохая возможность выполнить удушение север-юг. Да, но он почему-то решил не идти в этом направлении и сделал сайд-контрол. Джефф Монсон плачет просто горючими слезами. При помощи забора пытается освободиться Ахмед. И, в общем-то, неплохо он это делает, потому что он разворачивает себя от сетки. Защищается ногами. Попытка забрать ногу не получилась. Освободился Ахмед Хатухов. Но предпочитает бороться со своим оппонентом Абдурахим Дибиров. Забирает спину. Забирает ли? Да, берет захват за шею. Будет сдача, скорее всего. Уже сдача есть. Молниеносно, просто молниеносно. Казалось бы, ничто не предвещало беды. И вроде бы Ахмед Хатухов очень неплохо защищался и практически освободился от захвата своего оппонента. Но не тут-то было. Таким вторым темпом эта атака пошла у Абдурахима Дибирова. И в итоге победа удушающим приемом. Мы сейчас посмотрим на повторе этот эпизод. В этом бою на второй минуте 20 секунды первого раунда удушающим приемом победу одержал боец красного угла Абдурахим Дибиров.